раз в квартал надо будет менять фильтры. А фильтры улавливают только золу и пыль. То есть вредные веществ, они, особенно диоксины, они не улавливаются. На завод будет поступать 600 тысяч тонн, будет отсортироваться 50 тысяч тонн. Это 8,5%. Это ничтожно мало, можно довести до 80%. Приводит пример Москвы. В Москве сейчас Собянин отменил в двух районах строительство двух заводов. И к 30-му году планируется по стратегии развития экологического Москвы закрыть все заводы. Хотелось бы, конечно, чтобы рядом с нами находился такой завод и портил тут экологию. Как это может быть безопасно? Все равно выброс. Я обращаюсь, в общем-то, к людям, от кого это зависит, к лоббистам мусоросжигающего завода. Подумайте, потому что вашим же детям здесь жить.